И всем привет, дорогие друзья и подписчики, с вами снова я, HiForever, и сегодня мы продолжаем наше алмазное похождение. Мы остановились на том, что заработали в той серии 5 адвансментов, и сегодня мы, в общем-то, продолжаем. Что я хочу сделать в этой серии? Ну, для начала я еще не решил. Так, а, подождите, статистика. Games quit. Minutes play, distance, walk, distance. My pick. Distance by pick, distance by elytra. Jumps, distance by elytra. Это в этом мире именно. Ну, эндермяшка. Стоит ли мне бить эндермена? Камень закончился. Кстати, я звук убавил сильно довольно. Ну, не столь важно. Давайте сделаем меч. Для нас. Не знаю, стой. О, кстати, тростник растет. Кто ты там? Вот ты говно, а. Как говорится, пошел в жопу скелет. Ладно, давайте убьем его за то, что он нам сделал. Убит. Я хочу сделать новое переселение тростника. Давайте это сделаем это где-нибудь. Не знаю, вот здесь давайте. Если у нас быстрый доступ к этому. Не, помните, у меня там ферма была. Как раз выход к ней был. Вот здесь мы сделаем ферму тростника. Ну, давайте здесь как раз посеем наши тростниковые заросли. Думаю, довольно прикольно. А, 20 минут. Давайте найдем железо, я не знаю. Кстати, в тот раз мы сделали такую вот черную кровать. То, что круто. Ну что ж, давайте отправимся на поиски железа. Я не знаю, скоро мне придется. Давайте прямо сейчас обновим нашу кирку. Так, дерево тоже достаточно, палок тоже достаточно. Давайте. Сюда, сюда. И вот так. Новая кирка. Пошли. Так, давайте пока это и копать. Проблем как бы пока не было. Как понял, со светом в этой игре нет проблем. И мне снова пишут в Steam. Ну, конечно, блин, все хотят АВП-боец у меня взять на, как они называют, одну минуту. На 1 мм. Ну, 1 мм это 30 минут. Короче, идите в жопу, я никому не дам свое АВП. Даже не мечтайте. Так. Я не понимаю, зачем им АВП-боец, когда это дешево. Так, идем сюда. Либо мы найдем железо, либо мы не найдем железо. Скажу так. О, боже. Ура! Ну, наконец-то, боже мой. Только теперь мне вот здесь, вот так надо сделать. Нифига тут засада. Нифига тут железо.
Теперь нам надо его сковать. Так, теперь спуск. И здесь давайте тоже вска... Эх. Мне кажется, или мы нашли целую шахту железа. Google, перестань слать мне уведомления. Я их не читаю. И ВК, тоже перестань слать мне уведомления, которые я не читаю. А, вот сюда, да. Забыл. Пошли ковать. О, как... Нифига себе, я железо добыл. Ну ладно. Двадцать одно. Кстати, давайте, знаете, что сделаем? Не, я сюда... Сейчас, секунду. Итак. Угу. Блин, я... Я же хотел уголь сделать. Каменный. Стопчик. Я забыл одну вещь. У нас лук. Я не знаю, сколько выстрелов у нас этот лук, но... Take aim. Ну, хорошо, хорошо, вот. Shoot something with a bow and arrow. Давайте возьмем нашу стрелу. А где стрела? Сквидвард, ты мою стрелу не видел? Ну ладно, ладно. Хрен с ней. Осталось сделать пару вещей. А, идем вот сюда. Так. Кладем. Поджигаем. Давайте этот топор сожжем, мы все равно скоро сделаем другой. Кстати, знаете, что еще надо сделать? Три двери прям, блин. А, ну ладно, все еще есть. Угу. Вот так вот тут все обустроим. Я думаю, тут довольно хорошо и уютно. Все. Теперь у нас есть ферма тростника. Вот она здесь. Ну, я думаю, тут можно стрелять в мобов по ночам. Тоже хорошо. Так. Посмотрим. Оуч. Так. Пригодятся еще. А, кстати, да. Плавим. Так, давайте инксаки положим. Это, положим это. Яблоко, я что-то не, его не знаю. И давайте все. Черная кровать. Ну, я думаю, выглядит довольно круто. Так. И... Где мой advancement? Нифига себе новых рецептов. Check your recipe book advancement made. Кстати, как мне щит сделать? Нет, это не advancement. Идем верстак. Дерево, 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 дерево. Пробуем.
Чё, прям серьезно? Так легко. О, отлично. У нас появился щит, и это хорошо. Вот. Просто прикольно выглядит. Так. А железо пока куется там. Advancements. Profit yourself a piece of iron armor. Найдите каждый вел, это капец. Isn't it iron pick? А. И advancement выполнен. Давайте даже взглянем. Вот, нихера себе. Acquire diamonds. Cover me with diamonds. Diamonds armor saves lives. Окей. Enchant an item at an enchanting table. А, ну это нам еще долго до этого. Deflect an arrow with a shield. То есть защитите себя от стрелы с помощью щита. Мы это можем выполнить. Я не знаю, давайте сделаем броню какую-нибудь себе. Нет, насчет штанов я сомневаюсь. Вуаля. Suit up. Advancements. Вот он. Теперь deflect an arrow with a shield. Нихера себе. Надо найти скелета. Здесь, кстати, пастбище овец, это хорошо. Я не хочу убивать овец, поэтому давайте я сейчас бегаю домой. Ножницы сделаем. Так, верстак. Все, пошли добывать шерсть. Еще не знаю, я буду ли делать я ферму овец. Я не знаю. Я хотел бы сделать ферму овец. А, вот ачивка, да? Нифига, прям отстрелил, да? Ну, почти. Ах, не туда. Вот запомни, где две двери, где одна. Еще я хочу сделать элитру, потому что я никогда не пользовался ей. Так. Кабвеб. New recipes unlocked. Нифига себе. Но я пока побью монстров. Я хочу побить монстров. Нифига себе. Все, бежим домой, а то я сейчас умру. Давайте сейчас пропишем kill, он мне как бы сейчас нужен. Опыт я все равно не теряю. А опыт нам нужен для зачарования. Сколько уже запись идет? Нифига себе, уже 14 минут прошло. Кстати, мы же забыли. А, в смысле? А дальше что, нету после этого? Ладно. Fill a bucket with lava. Чё, лаву пойдём искать?
Ой, нет. Лава. Сейчас, секунду. Итак. Ведро. Оно делается примитивным образом. Ведро. А теперь надо найти лаву. Так. Нифига там криперов, я пошел в жопу оттуда. О, куркур. Не, куркура не надо трогать. Так, отлично, new recipe. Это у нас... ауч. Фух, я думала, это конец мира. New recipe, это у нас так называемый торт. Да, торт из портала. Пошли, пошли искать лаву. О! Галлюциногенки. Галлюциногенка. Здесь у нас кустарник. Кыргызский кустарник. Знаете все статьи комбата, да? Видели мой комбо-удар? Вот так делается комбо-удар. Давайте пока идем шеймить. Нифига здесь овец. Овечка 1. Овечка 2. Овечка 3. Овечка. Не говорите мне, что мне сейчас придется сразиться с ведьмой. Ну, я ожидал немного большего. Ну, по реальности, бля. Ведьма бесполезная. Говорю вам. Идите в жопу. А лучше в ср... Оу, наконец-то. Пастбище угля, наконец-то. Ах, как же я его хотела, а. Уголь, уголь, уголь. Все, отлично. Уголь готов. Уголь собран. Скелетон. You suck. Не-не-не-не-не. Писал, 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 писал. Давайте жизньки устанавливайтесь. Я сейчас на нормал переключусь, вы не беспокойтесь. Advancements, то есть. Блин, Minecraft Adventure. О! Наконец-то! Ну-ка, я могу написать waypoint? Не-не-не. А жители где? Жители что, по домам там, да? Косим, косим, косим. Все, здесь перекосим. О, бульба, 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 это хорошо. Бульба, бульба, это вкусно.
Так, немного морковки и семена, конечно же, как же без них. О! И все-таки. Что ты мне предлагаешь? Пошел в жопу. Нифига себе тут все жмоты, а? Давай мне нормальный трейд. Нет. Пошел в жопу, я не хочу убивать свиней. Бедный. Бедные жители, а? Вот же они жмоты. Жмот. Жмот. Вы не могли меня пшеницы попросить, не знаю. Чтобы я попахал у вас. Вот вы жмоты, а? Вот вы все жмоты в этом доме. Жмоты собрались. Нет, тростник. Тростник. Жмотяры, а? Короче, гиф, Костас, БГ, Пейпер, 64. Вуаля! Какой же, какой, как я честным образом добыл бумагу? Вот скажите мне. Ну ладно, не гнобите меня за то, что я считерил бумагу. Я просто не хочу, чтобы эти жмоты... так сказать, добывать для жмотов бумагу, это слишком плохо. И Advancement Unlock, это где? Вот здесь, вот отдел. Ага, не дали эмеральд, я не знаю, зачем он мне. Стоит ли мне возвращаться домой? Либо оставаться здесь? А, кстати, коней, кони. Гив, кос, костас, бг, садл. Седло. Сейчас, секунду. Транслейт. Я сейчас побыстро посмотрю, что такое седло. Вы не отключайтесь. Вы серьезно, Google переводчик? Здесь русский. Короче. Седло. Да не село. Седло. С А, двумя Д, блин. И все. Это, наверное, мой последний чит. Я не люблю читерить. Я не такой, как некоторые. Короче, сейчас я вернусь. Итак, я приручил коня с помощью яблок. Я долго их искал. Но, как минимум, мы нашли коня. И это не так плохо. Нам сейчас надо вернуться по-быстрому в наш город. Кстати, кстати, кстати. Вот, кстати, что мы и искали, да? Все, наконец-то. Баг какой-то. Кстати, это что за дерево? Его раньше не было. Здрасте, овцы. Ох ты ж говно, а. Конь, давай. Давай, давай. Сейчас, секунду. Вот
Окей, я отвлекся. Так, я могу здесь есть обход, да? Я в лошади. Я, короче, на лошади прям влетел в эту. Кстати. Надо коня в какое-нибудь место завести. Постой здесь, а? Конь. Мы завели нашего коня, и это хорошо. Наш первый жеребец, блин. Как делать веревку? А, ее в данже же надо искать. Вот же черт, а? Ненавижу данже. Насчет фермы я не знаю. Я думаю, это бесполезная вещь. Ну ладно, я сделаю ферму сейчас. Мне многого не надо, блин. Слушай, куда мне лаву вылить? Бассейн, что ли, сделать? Лавовый. Вот у нас здесь лавовый бассейн. Что теперь? О, кстати, щит ломается-то, блин. Лошадь, лава. А, да. Блин, забыл абсолютно. Чё? Recipes. Я даже знаю, чем это застроить все, чтобы сюда мобы не лазили. Так, отлично. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы застроить все это место. Если вы не поняли, что я строю, то блин. Так, теперь. Вот наша ферма. Кстати, дверь пригодилась. Теперь у нас есть ферма. И давайте ее вот так вот заделаем сверху. Потому что через ветки все равно проходит свет. Поэтому они все равно будут расти тут. Так. Давайте заканчивать на этом. С вами был я, High Forever. И алмазные похождения. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока.